Странно, у меня почему-то второй монитор не подключается. Ну ладно, ладно, давай, начинай. А у тебя игра-то загрузилась? Да. Ну тогда всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстон и... И Корвит, всем привет, ребят! Да, начинаем наконец-то нашу совместочку по Нордгарду. В общем, запустили сейчас большую карту. Сначала все думали, какой матч запустить, там типа друг против друга, или там с ботами, не с ботами. Да, выбор довольно большой. Да, сетевая игра довольно как бы активная, ну там не в пример, допустим, с тем же Castle Story, то есть запускаешь, хостуешь карту сразу, к тебе какие-то люди подключаются. Поэтому сейчас мы играем с живыми людьми, но там еще что-то, по-моему, у нас один бот на карте, остальные, по-моему, живые люди. Причем один что-то быстро срулил, прям вот я начал карту делать, а он сразу свалил. А я не знаю, что, кстати, как посмотреть. Вот тут на, сверху у меня написано, ну, что у нас типа пятеро. А должно было быть шестеро. Это получается, что у кого-то рядом с его базой будут свободные земли, и ему легче будет развиться. Видишь, какая фигня. То есть тут карта как бы рассчитана на шестерых, получается, но у кого-то этого шестого игрока рядом не будет, а, соответственно, будут свободные территории, которые можно занять. Так, все, я вроде бы разобрался тут со своими всеми системами, блин, что-то ничего не хотело работать, но вроде бы все нормально. Все, хорошо, поехали. Поехали всех убивать. Куда ты убивать кого собрался? А, ну, кого-нибудь, ты кого... Пока собирай там травку, я не знаю. Травку. Кстати, ты заметил, что они собирают травку, а потом несут какие-то апельсины? Ну, что-то у них там, да, мешки прям забитые, я не знаю, помидорами, что ли. Да-да-да-да-да, что-то типа того. Так тебе как вообще понравилась игра? Ой, ну она прям такая жесткая, я бы сказал это. Прям жесткая? Да. Ну тут вечная такая нехватка там, что добывать, куда идти. Ну да, особенно когда приходит зима, это вообще жесть. Сразу все ресурсы, все-все-все сразу падает, все сразу дохнут. Тут же сейчас еще есть женский пол, раньше были только мужчины, типа, в игре. Ну, ты вообще давно играешь? Ну, вообще, Нордгард была одна из моих самых первых игр на канале, так что где-то вот, ну, где-то месяцев 10 уже, наверное. Да ничего себе, ты продвинутый юзер. Не-не-не, я в нее не залипал, я ее только писал на канал, а так, в принципе, отдельно я в нее не играл, так что, в принципе, не особо много у меня тут наиграно часов. Тем более, после того раза, когда я именно в нее сильно играл, здесь очень много чего появилось нового, так что... Для меня тут тоже много чего впервой. Какая-то вот тут есть... какой-то пристань дракаров. Такого вообще без понятия, что это такое. А, это, короче, я знаю. Но это, типа, чтобы отправляться в плавание, там можно предание добывать, славу. И они попутно, как бы, деньги добывают. Ну вот я не знаю, я у одного парня видел, как он играл. И знаешь, ну, как бы, я всегда, чтобы золото добывать, там, строил этих торговцев туда-сюда. А вот у него я увидел, что он просто построил эту... как бы пристань дракаров, и все, он ничего больше не делал, то есть он добывал, ой, плавание в свое золото. Интересно. То есть был таким, да, как пиратом? Ну, не знаю, пиратом, не пиратом, но да. Ахой! Рому мне, рому. У меня, кстати, вокруг меня довольно интересные области такие. Они почти все закрыты. То есть я, походу, нахожусь в каком-то, типа, ущелье или я не знаю. То есть у меня, походу, тут только один вход будет какой-то ко мне. Это, кстати, прикольно. Можно будет очень такой офигенно выстроить оборону. Меня еще, кстати, очень интересует, насколько большая вообще здесь карта. Ну вот я сейчас большую создал, но я не думаю, что она прям...
Ну, я думаю, да, она, конечно, будет вряд ли чем, как, там, допустим, в цивилизации. Ах ты, волк вонючка такой. У меня тут уже волки лезут какие-то. Ну, ко мне тоже один напал. Да. Я не знаю, у меня один раненый. Они сами по себе маленько заживляются, да? Без этого. По-моему, нет. Нет? По-моему, нет. Значит, хочешь не хочешь, а придется сейчас. Они-то и с знахарем так-то не особо быстро заживляются. Так, хижина знахаря, 60 древесины. А у меня шаман. У меня шаман. Камень нужен, камень. Рунный камень. Нет, не рунный камень, обычный камень. Вот есть руины есть. Куда делся, блин, мой... Куда делся разведчик? Интересно. Разведчик. А, вот он стоит. Спрятался, гад вонючка. А, тут волки. Из-за этого я не могу ничего делать. Ничего, волки. Мне вот что-то не нравится в моей области сейчас, которые вокруг меня. У меня нету ни камня. А, вот у меня есть круг. Ладно. Я вот только сейчас открыл, получается, это что у нас? Месторождение железа. По-моему, где-то здесь я видел камень. Ну, как-то тоже не особо много так. А, вот камень есть, все. Как бы я даже не то, что камень про этот, как бы я имел в виду для того, чтобы технологии исследовать. А. Область. Так, ах, черт, она еще ко мне не напрямую. Ну ладно. Опять я потерял свою разведчика. А, вот он. Блин, он почему-то перемещается. Ходит как хочет. В принципе, область с этими, с овцами, так что норм. Область с овцами? Да. В смысле, с вражеским или... Нет, овца обычная дичь. А, дичь. Ты ее можно зарезать. Зарезать, выпотрошить ее, шашлик пустить. Давай еще. Так. А ты уже за все кланы успел хотя бы по разику поиграть? А, за все, кроме волка и оленя. Ну там, в принципе, разница небольшая, по-моему, между ними. А я, кстати, не помню, они тут настолько, да, разнообразные. Там что-то поиграешь, это, поиграл, уже забыл, что там, кто что умеет. Ну, смотри, я только за один клан играл до этого. Вот сейчас еще решил один попробовать. А. Вроде прикольные ребята, умеют... так, а что они умеют? Блин, я уже забыл, за кого я. А за кого ты, правда? Я выбрал тех ребят, которые могут колонизировать их, территории за золото вместо еды. А то вечно с этим проблема. Ну, это значит, тебе надо делать рынок, да, и всякое такое. Торговать, продавать, покупать. То есть тебе надо быть как бы нацеленным на золото, да? Да, как бы я не знаю, да, ну как бы... С золотом, вот я не знаю, я замечал, что с едой, да, часто бывает проблема, а золото как-то проще добывается. Ну да, тут, в принципе, еда, она нужна, по сути, для всего. Чтобы даже тупо просто банально выжить. Не успел от одного боя отхилиться. Ё-моё, он что, на расстоянии что ли бьёт или чё? Как меня уже это, в новый бой затягивает. О, это кто? Овца. Зарезать. Так ее можно просто подойти и зарезать? Ее просто выделяешь и режешь, если она на твоей территории. А, она мясо дает? Нифига себе. Да. Вот такого не было раньше. Вот это уже какое-то новшество.
А если ее не резать, то она зимой тебе понижает потребление древесины в той области, в которой она находится. Опа. Зря зарезал. Да не, ну что, она 80 мяса мне как раз таки дала. Ну да, там как раз там обычно, типа это, не хватает территорию колонизировать хлопа, овечка, иди сюда. Тем более сейчас зима, как бы, я думаю, что наоборот сейчас надо много-много еды. У меня вот здесь вот есть какой-то пруд, там рыба плавает. Да, можешь рыбачить. А, они тут это сделали, да, еще? А да. Где это? Подожди, торговый пост... Ну, где-то там в стройке, посмотри. Кузница, что-то я не вижу тут никаких рыб. А, вот вижу хижина рыбака. Даже зимой можно ловить, вот так вот. Прикольно, надо будет замутить. Так. Ты кого-нибудь уже там видишь? Из игроков нет. Ага. Я тоже пока никого. У меня уже, ну, открыто где-то областей 7, наверное. Вокруг меня. Ну, у меня не так, знаешь, типа, открыты по горизонтали. Не вокруг, а вот как-то прямо. Я, походу, нахожусь где-то, наверное, с краю карты или что-то типа того. Такое чувство, вот, как будто где-то с краю карты. А, ну я думаю, что тут, наверное, а все. А ты какого цвета, кстати? Фиолетовый. Да, я тебя вижу. Как это? Где это? Ты чё, блин? А где ты меня видишь? Твоя территория так относительно вот рядом к моей. А я тебя не вижу. Ну, значит, твой разведчик еще ко мне не ходил. А, ну да, кстати, как вариант. Ну, я вижу, как бы я твои территории еще не разведывал, а я, в принципе, еще и не... Там же технологии надо открыть, чтобы разведывать чужие технологии территории. Но я вижу там, как бы, это такую границу фиолетовенькую. А мне волков бить самое то, они мне мясо дают. А вот это... А ты какого цвета? Я красный. А, тут, короче, этот... разведчик синих пришел. У меня тут, короче, рядом ходит. Неподалеку. Ага, ну у меня получается тут, короче, на входе две зоны. Вот, то есть... А, нет, подожди, не две. А, блин, жалко. Я думал, ко мне будет только один вход, оказывается, нет. Так. Знаешь, тут еще какая фишка есть? Ну-ка. Вот они, твои же люди умеют собирать, как бы это, еду с земли. Да. А можешь еще в области построить амбар. Я знаю, да, знаю. И что туда всех свободных, туда же отправляешь в эту область, чтобы они больше еды добывали. А я это у парня, вот, от которого я об этой игре узнал, на стриме подсмотрел. А-а-а. Такой думаю, ага, понятно. Ходит тут что-то, разнюхивает этот синий. Смотрит, что-то пытается высмотреть. Вонючка. Блин, что-то у меня столько раненых здесь ходит. Надо, наверное, что-то с этим делать. Убей их, чтобы не мучились. Убить их. У меня вот тоже один полудохлик. Не знаю, как мы будем его спасать. Я все никак себе территорию отобрать не могу там. Еще волков было. Так, блин, мне бы... Тьфу, то сначала одного мне не хватало, а теперь другого ресурса. С ресурсами какая-то проблема.
Мне бы более дешевую колонизацию заодно сразу изучить, перед тем, как отхватывать территорию. Ладно. Потом. А тут есть какая-нибудь, знаешь, типа, посмотреть сейчас, типа, кто там лучше, кто нет, там такое, знаешь... Ну, ой, типа, слушай, там, по-моему, что-то было, статистика. Там как бы... Погоди, на кнопку... А, знаешь, тут как бы, если бы у нас сейчас условия игры, только захватить всех. Ага. Вот, поэтому нельзя посмотреть. Но если бы там были, типа, разные условия, то можно было бы посмотреть, кто там быстрее науку изучает, ага, или что-нибудь еще делает, типа такого. О, я открыл, короче, походу, зону синих, или... Непонятно, короче, что-то. Что-то непонятно. У тебя воронки нету на территории? Кого? Воронки. Воронки? Это что такое? Ну, такой фиолетовый, типа, портал. Не-не-не, такого нет. Который через какое-то время откроется, и оттуда монстры вылезут. А, не-не-не. Нету. А у меня вот тут появился. А, вот есть, да, появилось. Есть. И овца есть. Зарезать. Так, надо, значит, делать воинов. Блин, дом же не строится, никого туда не послал. Вот это вот мне тоже мне тоже не нравится, не бесит. Причина, что ты, типа, выбираешь рабочего, mm-hmm, думаешь, сейчас я, типа, скажу ему строить. Ну, как во всех играх, да? Да-да-да-да-да. А тут наоборот, типа, ты сказал строить, а потом выбрал рабочего. Да, да. Трудно привыкнуть. Mm-hmm. Ой. Иногда такой уже играешь, а потом только заметишь. Что-то стоит. Где моя лесопилка? Наметка. Так, у меня вылез один. У тебя еще нет? Вылез, да. Сейчас бьемся с ним. Ох ты, какая прикольная технология. Незанятые лечением знахари будут собирать еду. Прикольно, да. Как бы обычно-то такой, так, мне сейчас не нужен знахарь, сейчас нужен знахарь, ну, да, а да, так да, можно да, его поставить и просто забыть. Но это не то, чтобы она, не то, чтобы крутой бонус дает. Мне кажется, для тех, кто прямо такой про-геймер, им это пофиг. Они могут взять, спокойно знахаря переделать в сборщика. Кстати, ты не помнишь, на какую тут кнопку... А, вот, нашел. Мне бы какую-нибудь территорию... А, вот, у меня есть такая территория. Так, металл... Блин, металл у меня как-то далеко находится. Какой-то щит здесь горит. Что это тут такое? А, это мой разведчик здесь лазит. Далеко, что он ушел уже? Да, у меня получается территория синих вот рядом, я вижу. Ё-моё. Что-то они мощные ребята. Кто? Да вот драгуры. Да, драугар. Зомби, короче, да, какие-то. Ну да, что-то неприятные типы. Я надеялся сейчас такой одного им вырезать, остальных попозже. Нифига не вышло.
Нифига себе, там кто-то уже таном стал. Да-да-да, я тоже увидел. Это 200 славы, получается, он набрал. У меня всего 105. А у меня 135. Вот руины. Так. Ё-моё, как больно с ними биться. И что-то я еще не готов. С кем ты там все дерешься? Да с драуграми с этими. А. Я хотел территорию у них отжать, на которой ферму построить, а что-то нифига. Не дают, да? Нет, вообще не хотят. Говорит, это наша земля. Уходи отсюда, человек. Придется вот теперь колонизировать так, по соседству. Че ты, на меня нападать будешь? Да я тебе еще даже пока... А, вон ты, я тебя вижу, вон он ты. Ну ты, получается, у меня за горой. То есть мне к тебе идти, видимо, надо как-то в обход, аж черт знает куда. У нас, не забывай, еще ребята играют с нами, которые уже... Блин, я не знаю, как мне сейчас территорию, что ли, терять. Чего там уже? Да вот драугры тут нападают на мою территорию, а у меня все изранены уже. А. У меня что-то волки прям лезут и лезут. Шаманы их даже не успевают лечить. Да что ж такое, ты глянь. Надо, короче, тут, наверное, вынести их не это... Шахту или что это такое? Логово их нет. Надо вынести. Мне пришлось в кучу рабочих взять, чтобы отбить территорию свою. А. Я, короче, тут это, изнемогаю. Так, еще изнемогаю от голода. Так, зарежу. Блин, зима какая-то, конечно, что-то как страшно. Так, все свободные поселяне. Так, а как вас выбрать всех? Идите на эту территорию, потому что там вы будете больше еды добывать. Ох ты ж, блин! Откуда ты взялся тут? Волк, вонючка. Когда уже эта зима кончится, невыносимо. Еды не хватает. Проложить торговый путь. Еда, древесина, камень. А, пока не могу. Видимо, из-за того, что никого нету. Так. Ай, не-не-не, оставь, блин. Чё? О. Так, почему у меня один воин? А вот еще один, все нормально. Так, все сюда. Здесь тогда домик еще один. У меня, блин, сейчас прямо вечные траблы с едой. Ой, меня убили разведчика. Кто посмел убить моего разведчика?
Так он сам погибает. Я не знаю, какую область он здесь разведал. По-моему, вот эту. Значит, тут, наверное, волки его убили. Не, он не так. Это он так просто, типа, разведывал, хлоп, потерял здоровье. Его там надо, типа, полечить или заменить. А, вот так вот? Ну да. Там, типа, это, по горам шатался, ногу сломал. Блин, что-то хотел построить и забыл, блин. Что-то ж хотел с такой сделать умное, грандиозное. Забыл. А, все, вспомнил. Нормально, нормально делаю. О, я знаю, что. Ты сказал про умное, грандиозное, я сразу подумал. В чем? А, нет, мне еще пока рано об этом думать. Да я сразу подумал об этой, о хижине Конунга. Хижина Конунга? Это что такое? Алтарь Конунгов. Это какой-то воин? Нет, это, короче, здание, ты его строишь, и оно сразу автоматом приносит тебе маленько всего. Ага. Там оно и приток, по-моему, древесины, и еды дает. Сейчас я тебе точно скажу. Плюс 2 к золоту, плюс 2... преданием, плюс 2 к еде, плюс 2 к древесине, короче, плюс 2 всего. Прикольная тема. Прикольная, только дорогая. Я посмотрим. Хижина Конунга. Хижина Конунга. Что-то я такое не вижу. А, вот есть. А, алтарь Конунга. Дорогая, да. Я сейчас с голоду помру, если что-нибудь не придумаю. Ну, отмени там всяких там своих этих, пускай типа идут собирать еду. Я вот своих шаманов поотменял, у меня сразу такой прирост. В принципе, у меня древесины, как я не знаю чего. Пока что можно временно забыть про древесину. А как посмотреть, сколько можно иметь максимально... А, вот, все вижу. Ты про людей? Ага, ага, все, уже увидел. Прости, овца. Прости, овца. Блин, мне нужно одну технологию открыть всего, и все-то. И все будет хорошо. А вот, кстати, уже можно. Звучит неплохо. Так, мне тоже вот одна нужна сейчас технология позарез. А тебе зачем одна технология? А вот не скажу тебе. А чё, мы как будто вот тут вдвоем тут друг с другом один на один играем. Я вообще думаю, нам надо с тобой в коллаборацию вступать. Это, потому что тут какие-то матерые игроки, то есть нам надо с тобой дружить, вот. А потом уже, если вдруг наша дружба... перерастет во что-то больше. Хорошие плоды, да, и мы победим всех, то можно уже и друг с другом побиться. Ну давай, я ж только за, давай. Давай, что ты говоришь. А тут нет такого, да, типа, заключить альянс. Там, слушай, я не знаю, и богу не знаю.